Всем привет! Сегодня мы едем смотреть игру Аугсбург против Вердер Бремен. Тренеры Даниэля команды из VfL Кросс Дивен играют, где мы в прошлом видео рассказывали про это. Организовали поездку для всех желающих, для пацанов из команды, для родителей, кто хочет, для сестер, братьев, короче, все, кто желающие, могут ехать. Отправляемся все вместе на одном автобусе на игру Бундеслиги. Посмотрим, что там будет. Ни разу не были. ВВК-арена в Аугсбурге. Даня, тебе интересно? Сегодняшний день обещает быть нам положительным, эмоциональным, насыщенным. Сегодня Даниэль первый раз побудет на футбольной арене, а доча первый раз на большом автобусе прокатится, да, доча? Хочет ехать, да, доча? Ждет уже. Сюда приехали, на место встречи, где встречаемся все. Она: ну мы же еще не на автобусе едем. Че мы на автобусе не едем, да, доча, переживаете? Сейчас вот все соберемся и поедем. Один раз я был уже на арене такой большой здесь, в Мюнхене. В 2008 году, помню, тогда была Лига Европы. Бавария Мюнхен играла против Зенита в Санкт-Петербурге. Она называется Альянс-Арена. Ну, там вообще классные эмоции были. Посмотрим сегодня. Это ВВК-арена поменьше немного. Не немного, а намного меньше, конечно, чем Альянс-Арена. Ну, тоже будет, думаю, интересно. Посмотрим, вам покажем. Так что оставайтесь с нами. Думаю, будет интересно. Вот подъезжает автобус, на который мы поедем. Вот такой вот автобусик. Погода нормальная. Солнышко вышло. Подогревает, да, Дашенька? Да. Тебе тепло, зай? На всякий случай все равно детям одели шнейенцуги, снежные костюмы, потому что там целый день находиться. Может, солнце зайдет, да будет опять холодно. Когда-то здесь я тоже играл на этом поле. Футбол. Стартанули мы. Езжаем. Данюш, ты что же, в предвкушении? Да? Тронулись, ехать нам около 100 километров примерно. Сынули, хочешь заснуть уже, да? Ждешь, едем, да? Вместе с детьми, со всеми, с родителями, полный автобус, на 60 человек в автобусе, да, сына? Вот мы подъезжаем к арене с левой стороны. Сейчас будет от нас. ВВК-арена, домашняя арена команды FC Augsburg. Also längs seht ihr das Stadion schon mal, also das heißt, wir sind jetzt fast da. Wenn wir dann da sind, haben wir noch ein bisschen Zeit, falls jemand noch... ВВК Арена, FC Augsburg, сказали сегодня, 34 тысячи будет людей на стадионе, вмещает эта арена 35 тысяч, посмотрим. Народ потихоньку собирается. У нас трибуна С. Как раз вот за вот этими воротами. Пока еще арена пустая. Потихоньку начинает заполняться. Вот у нас у каждого такая карта. На 12 ряду сидим. Как раз за воротами блок С. Сразу тут рядом. Здесь можно купить, покушать, попить чай, горячее, холодное. Карри Вусмин Помас можно поесть. И цена даже нормальная, 6,50 за карри Вусмин Помас. Я думал, дороже будет намного. Здесь за забором расположились все телевизионные компании. Вон со спутниками будут вещать прямую трансляцию. АРД здесь, Bayerisch Rundfunk, ТВН, не знаю, что это такое. Вердер Бремен даже свое вон, ТВ у них есть. Чтобы что-нибудь купить, нужно приобрести вот такую карточку. Только ей можно рассчитываться. Деньгами своей картой не рассчитаешься. Купили карри вурст с помыслом, как всегда, Даниэля любимый, да, сына? Сейчас перекусим и пойдем на арену. На поле.
фанаты оживились. Немало здесь тоже этих фанатов Вердера Бремена, я думал, поменьше будет. Появляется команда Аугсбург на поле. Замерзли зайчики мои? Нет. Здесь на трибуне. Ага. Так, на трибуне немного тянет здесь. Для тех, кто не знает, Аугсбург в красной форме, Вердер Бремен зеленый. Болельщиков Вердера намного меньше, но их слышно в 3 раза больше, чем вот ту всю трибуну. Ребята вон поле залечивают, все разминки. Арена практически заполнена. Футболисты на поле. Можно начинать. Болельщики Вердера громкие. Мне там не нравятся они. 1-1, вспоминали счет. Атмосфера, конечно, тут классная.
Итак, первый тайм закончился со счетом 1-1. Дяденька переживал, думал, ей надо в ушки затычки вставить. Ага. Мы когда заходили, там один мужик, который стюарт этот, говорит, ребенку, говорит, если громко будет, затычки, говорит, в уши вставьте, если есть, говорит. А она вон спит лежит. Вердерский бус стоит снизу под трибуны, помещение. Закончилась игра, FC Augsburg выиграли 2-1. Классная игра была. Уровень подготовки у них, конечно, на высшем уровне. Классно поиграли. Но это тебе понравилось? Очень классно было. Судья, конечно, так играть. Но судья, конечно, немного играл за Augsburg. В конце игры особенного не свистел сколько раз вообще. И фалили во многих случаях. Но, а так, в общем, целом, понравилось нам здесь. Хороший денек был, интересный. Всем спасибо за внимание, кто с нами провел этот день, посмотрел наше видео. Всего доброго, пока. Всем всего доброго, до новых встреч. Всем пока.